Что, куда? К левому краю? Право. Право будем ходить? Нормально. Ох, на камень тащит. Да мне снять бы их, давай вот сюда. Вот сюда гребем ко мне. Сорвал. Ох, блин, вот так не надо. Так, надо бы нам постоять, правда, а то сейчас мы на порог зайдем. А? Точно туда? Не, попозже или куда? На тот крыль? Пошли. На правой. Когда падал? Да. Конечно. А знаешь, мы сзади ехали, такое специально. Я вот смотрю. Меня говорит, ну говорит, ты говорит, специально для видео, я говорю, нет, конечно. Я так смотрю, как будто. Так, ребята, обгоняйте нас. Волна такая, ты говоришь, а, ну, ладно, быстро, я здесь быстро, сойду. Быстро, так, так, я не понял, ты за морковку говорил, ты что не кинул ему морковку? А как она затянется? Он морковку сказал, он отправился по маран, чтобы его переплавить. Ну ладно, сейчас. Мне нравится вот эта веревка еще, она тут вообще никак не нужна пока. Так, темы включены, включены, пошли. Иди же всем показал, что я специально упал.
мне кажется, если бы я там за середину так рукой держался, я бы не вывалился. А? За середину нет, надеюсь. Мне кажется, я бы центрально вот здесь схватился бы, но я бы, конечно, бы тело бы. А? Вот, вот видишь тоже, да, момент. То есть надо и на вес вот эти есть. Ты же как на катамаране сидишь, как на подушке получается. Тебя выкинуть может из-за того, что просто качнулся, и она тебя в обратное отталкивает. Пойдем. Скорее всего, гидрокостюм какой-то нужен здесь, но, допустим, себе я вейдерсы взял, да они сейчас полные воды без воды, я плевнул, то есть смысла нету. А гидро, он просто для тепла. Да, для тепла, все. Так-то понятно, что ты в воде, все. Так, вещь должна для каждого дела. Фотоаппарат – это фотоаппарат, кинокамера – это кинокамера. Водка из покрафты. Интересно, деталь вот за это выхватить можно. Человека вот так вытащили, да? Ну, вон, за катамаран стреляли, все снимали. Да, она тупанула, я говорю, берись посередине. Вот здесь тоже по рожику участок пошел. Ты отмечаешь или нет? Мы опять всех догнали. Не знаю, почему сегодня так. Странно, наверное. Вот, кажется, да, что мы уже и так отстали.
Наверное, никто не спешит домой. За это. Да. Это разувается, кстати, да? По камням идет. По-моему, это гора Сундук называется, вот, прямо с которой. Вон там прямо, да? Это до Туманного примерно сейчас еще, ну, может, километра 2-3. А может, еще и ближе даже. Снег лежит, да, на северном склоне. Чё-то мне это место сильно знакомое, я тебе скажу, вон там вот. Вон то. Ну, я здесь был. Мы ходили вверх по этой. Слева, справа? Да. Надо слева, наверное. Так, да, вот. Здесь. Да сколько часов непрерывной съемки я привезу, как регистратор? Так, где они прошли, да, наверное, лучше? Где-то камера выключилась. По-моему, наверху выключилась камера. Да. А сейчас ее уже не включить. Все, выключилось там. Да. Ну я с собой в карман положил, сейчас на ровный участок выйдем. Поменяю ее. Ты, по-моему, Ваня с этого камня купался, нырял. Он прям с этого уступа.
Помнишь камень-то? Вот он. Нырял ты с него. Вот он, кувас-то выходит. Чего нет-то? Вот они, тропы, рыбы. Вон он. Вон туда порог пошел. Да шлем перецепить. Это батарейку.